Всем приветики! Это наша любимая игра «Территория фермеров». Итак, у нас, как всегда, очень много разных дел, которыми надо заняться. Я, правда, не сразу заметила, но, в принципе, я думаю, что я еще успею получить все эти награды. На рейтинг я, конечно, не претендую, хотя я на почетном 5-м месте. Так, тут можно каждый раз делать задания и зарабатывать конфеты. Тут я застряла, потому что у меня чего-то нету, я не помню чего, но это уже не важно. Я решила, что главное что? Главное забрать все вот эти вот подарочки. Так, ковер, гранат. Тут всегда можно выбрать из трех любое задание. Оставшиеся два меняются. Ну, допустим, из этого всего я бы выбрала, допустим, гранат. Чтобы найти, где он, есть ли на этом острове или нет, я не знаю. Ну, если что, смотаемся на домашний. Там точно, наверное, есть. Домой. И каждый раз, получается, задания меняются. Я думала, что их надо будет делать все, и ничего подобного. Так, чтобы его не искать, мы сейчас нажмем, и оно нам расскажет, есть у нас гранат или нет. На этом острове граната нет. Идем дальше. Так, гранат. Ну, где у нас деревья, в том, что везде много, поэтому, ну, надо стремиться, надо искать. Я вот что-то здесь тоже не вижу вроде. Ай-яй-яй. Не, ну без граната мы точно не находимся, правильно? Мы найдем. Вот он. Гранат. Собрали. И сразу 10 конфет. Так, все обновилось. Аромамасла не хочу. Пирожок с рыжиками. Ого, 40 раз. Или я, наверное, поставлю все-таки аромамасло, да? Ой, сколько мне еще? Мне еще прилично. 6 раз. Это получается 20... Правильно? Это ж... А, у меня таких заводов очень много. Поэтому сейчас мы это быстренько организуем. Я не помню, сколько этот завод работает. Так. Завод обнаружен. Теперь надо посмотреть правильно, какое масло ставить. Пион. Ну, сейчас возьмем два заводика и поставим пион. Подождем 3 часа. Так неудобно, ничего не видно. Так. Пока весь еще не все пооткрывала и очень плохо все смотреть. Пион. Выбрать. Так, это собрать. Ставим пион. Есть. В общем, какие-то 3 часа. И будет готово. Кстати, чтобы его улучшить, сколько денег надо? Так, ох, у меня столько нету. Да? Да. Ладно, теперь можно смело переходить к следующему заданию. Хотя, давайте полетаем. Не факт, что сейчас что-то попадется, но надо пытаться. Раз, два. Хотя, вы знаете, полеты нужны мне не только ради заводов. Еще эти коробки, в которых выпадают периодически удобрения, правда, не всегда и очень. Оп, все закончили, отлетались. Но все-таки это дополнительное. После того, как очистила полностью эту территорию первую, у меня, между прочим, появилась такая вот интересная штука, как торговая палата, где я могу менять одни материалы на другие. Пока для меня здесь ничего интересного нету. Ого, 6 штук надо статуэток на сертификат на один. Жестокий обмен. Я, конечно, не раз здесь поменяла корм для рыб. Очень уж он мне был нужен, и я поменяла. Так, все, возвращаемся в бой с тенью. Так, подарки. Я там жду подарки очень сильно. Можно принять. Принять. Так, не забываем, что у нас еще хэллоуинское пугало. Ой, мягкая отбивка, где же ее взять-то? Ну, попрошу. Но не факт. И здесь поставлю. А еще сено. Сено. И тогда будет подарок, да? Ну, 2 веревки у меня есть. Ну, конечно, можно как вариант сертификаты потратить, но очень их жалко уж.
Или ладно, раз, два, три. Раз, два, три. Что дали? Три сертификата. Сколько потратила, столько и получила. Песок зачем? Забрать. Ладно, а зачем тогда я поставила в просилку? Ой, еще одна. Забрать. А это что? А, это ключ мы уже просили. А, кстати, нам предыдущие ключи пришли или как? Можно принять. Так, это... О, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ой, хватило. Так, смотрим дальше. Бой с тенью продолжается. Ой, мне еще четыре штуки. А где оно у меня стоит? У меня здесь оно стоит. Но не факт, что готово. Хотя, кто его знает? Готово. Это ж оно, правда? Еще один у меня есть на другом острове. Полетели. Не забываем для полетов. А то потом точно не полетели будет. Ой, а где оно? Вот оно. Все. Три сертификата. Вернее, это не сертификаты, а по-другому. Вексели. Во. Ой, а доски что же здесь, между прочим? Это собрать. Получили. И продолжение следует. А это чего? Пять сэндвичей. Так, приготовьте пять сэндвичей с паштетом. Ну, сэндвичи это не на этом острове. А что еще тут? Что мы еще... А, доски. Я их ставила. Раз, два, три, четыре и пять. Я еще поставлю, пусть будет. Нам не жалко. А вот на что-то пригодятся. Ой. Прогресс. Ой, еще чуть-чуть, и мы доберемся до 240. А это чего? Подождите, а это уже сделано. А что, у меня осталось только два задания, да? Ой, точно. Осталось сэндвичи и чего-то еще. Это с рыбой, скорее всего, связано, я так думаю. Какой-то... Или строить бассейн какой-то. А, ринг строить, наверное. Так, 6 дней, 9 часов. И получу я боксер-чемпион. 3000 монет за 10 часов. Ладно. Сколько будем делать сэндвичей? 5. Сэндвичи у нас где? У нас на тропическом острове находятся сэндвичи. Ой, там, по-моему, батон идет. Ха-ха-ха. С индюшкой есть. Это какой-то еще. А это чего? Индюк. Курица. 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 Так. Паштет. Где ничего нет? Вот тут ничего. Сэндвич с паштетом. Паштет из кролика. Ха, еще надо паштет сначала сделать. Хлеба нет. Ну, поехали за хлебом. А что делать? Он получился ехать за яйцами? Ну ладно. Возьмем на главном, там три яйца есть. У курицы. Курица. Так, здесь покормить. Здесь собрать. И опять поставить под лабуту. Ее оказалось, а что ее совсем уже нет. Хорошо, сделала второй заводик себе корма, потому что одного ну совершенно не хватало. Так, есть покормить. Ну что ж, осталось мне сделать компот из ревеня. Я поставила. Ой, делается, ого, целый час. Да. А улучшить фабрику компотов? Это что, 25 часов делать? У меня всего один завод. Я так не играю. Так, фабрика компотов.
Так, молочка, бассейн, блины, одеяло, комбинат. Где ты? Где ты? Пряности, бумага, ювелирка, мини, сушен, сэндвич. Нашла. 42 тысячи. Ой, мне чуть-чуть не хватает. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, не в молчании, а в монетах. Есть. Сейчас наш компот будет постепенно улучшаться. О, теперь он готовится уже 50 минут. Теперь надо сколько? 560, и он будет 40. Ну, пока денег нет, конечно, можно было бы пробежаться по соседям, пособирать. Но мы пока это делать не будем. И видео будет сегодня коротенькое. Немножко поиграли всем. Пока-пока.